Shalom, sami visoki Bog e Christos blagoslavit vas. Sivotnia, u nas novaya tema. Sivotnia tema, eta John, glava 3, stik 16. Desvitilna, Bog lubis всех люди. Еще раз, desvitilna, Bog lubis всех люди. Sivotnia mi uznaim od Священное Писание, мы знаем, что Бог сказал в Библии. Час мы открываем, потому что у нас много людей сегодня, они открывают это Священное Писание или наш Бог слова. И они всегда читали книгу Джон, глава 3, 16. Я знаю, что все люди в этом мире, мы все знаем это Писание здесь, которое я буду сейчас читать. Если вы знаете это или вы уже слышали это от церкви или от твоего папа или мама в доме. Сегодня мы узнаем, что Бог значит. Что это значит? Он объяснял эти все в Библии. Когда мы это читаем, мы думаем, о, Бог любит все люди одинаково. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Мы узнаем от Священного Писания, от нашей Бог слова. Если Он любит все люди или нет. Час мы открываем. Час мы начинаем от Новый Завет. Книга Жон, глава 3, стих 16. Это наша сегодня тема тоже. Книга Жон, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Еще раз. Ибо так возлюбил Бог мир. Он сказал здесь. Ибо так возлюбил Бог мир. Это Иисус сказал это. Его Отец любил. Любил. Он не сказал, Он любит. Он не сказал, он любит. Он сказал, любил. 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 Бог любил мир. Какой это мир? Какой? Почему он сказал, возлюбил? Я буду все объяснять. С Библией. С Библией. Еще раз. Ибо так возлюбил Бог мир. Какой это мир? Какой это мир он любил? Потом я буду объяснять это возлюбил. Потом я буду это объяснять. Сейчас мы открываем. Потому что если вы не понимаете, как апостол Джон написал его глава или стихи, вы будете думать, что это значит все люди. Он любит все люди. А мы знаем, что у нас спорт мир, у нас водный мир, у нас много мира. Но здесь он сказал, Бог возлюбил мир. Какой это мир наш Бог возлюбил? Сейчас мы открываем книга Жон, глава 18, стих 19 до 20. Это Иисус здесь говорил. Стих 19. Первосвященник не спросил. Стих 19. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. А не спросил Иисус об
об этом, который он научил наши люди тогда, наши предники. Здесь первосвященник, они слышали, что эти все. Но мы слушаем, здесь он будет объяснять мир, который он любит, его отец любит. Стих 20. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Jesus отвечал ему, я говорил явно миру. Слышите? Он сказал, что я говорил явно миру. Явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. Где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Еще раз. Здесь Жан тоже писал это, что наши Спаситель сказал, Иисус Христос, наш черный Мессия, потому что в Библии, да, он черный, он не белый или красный. Нет. В книге Откровения, глава 1, стих 14, там наш Бог объяснял, как выглядит Спаситель Иисус Христос. Он черный. Еще раз. Книга Джон, глава 18, стих 20. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. Иудеи, израильские люди сходятся всегда. Наш Бог, или как сказать, Иисус Христос, он тоже Бог, научил иудеи, которые всегда сходились в храме или в синагоге. Это мир, который наш Бог, еще раз, это мир, который наш Бог возлюбил. Здесь он объяснял. Еще раз. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. Давай обратно. Книга Джон, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Возлюбил кто? Наш Бог возлюбил какие люди? Израильские люди. Израильские люди. Не все люди. Когда мы это читали, мы будем думать, что мы хотим. Но наш Бог не так думает. Он тоже это сам сказал. Давай мы открываем книгу Исаии, глава 55, стих 8. Книга Пророк, глава 55, стих 8. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Мы не думаем, как он думает. Наши мысли не одинаковы к его мысли. Надо это помнить. Еще раз. Книга Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную. Сейчас. С кем он это разговаривал? Потому что мы знаем, что он не просто это говорил. У него здесь гости Никодим. Он приехал к ним и спросил много вопросов. Поэтому наш Спаситель сказал его это. Здесь, в этом книга Жон, глава 3, есть два израильских люди. Они здесь разговаривают о израильских людях. Здесь это Иисус и Никодим. Они знают наш Бог законы. Они знают наш Бог законы и пророчества. И тоже его пророчества. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.